Доброе утро! Предъявите ваши документы. В пятницу с 7:30 утра на улице Степанова в областном центре учеников гимназии номер 30 и их родителей встречали сотрудники ГИБДД. Предъявите документы, пожалуйста. Доставайте из корочек водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и полис страховой. Так, ребенка перевозите. Сколько ему лет? Ребенку 7. Цель рейда – проверить соблюдение правил перевозки детей. Только за первые полчаса было выявлено сразу 2 таких нарушения. Хотя, по статистике, родители в этом году стали меньше пренебрегать правилами дорожного движения. Было пресечено 159 правонарушений, как раз-таки связанных с перевозкой детей без специальных детских удерживающих устройств. В то время как за аналогичный период прошлого года таких правонарушений было выявлено 356. То есть практически в 2 раза снизилось количество данных правонарушений. Аналогичный рейд проходят еженедельно. Причем инициаторами подобной проверки могут стать сотрудники школы. Данное мероприятие мы проводим зачастую по личной просьбе директоров, когда нам звонят и просто говорят о том, что вблизи образовательного учреждения систематически родители нарушают правила дорожного движения, поскольку педагоги превосходно это видят. И мы готовы всегда к сотрудничеству, готовы к звонкам и готовы вставлять экипажи. Всего за время рейда было выявлено 3 факта ненадлежащей перевозки дошкольников в машине. Сотрудники ГИБДД напоминают, что до 7 лет ребенок должен быть пристегнут с использованием детских удерживающих устройств. Только так можно обеспечить безопасную дорогу в школу и обратно. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.